Россия совместно с сирийскими властями начала масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков в городе и его окрестностях сложилась тяжелая ситуация. Оказать необходимую помощь местным жителям поручил Владимир Путин. Как сообщил сегодня глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, чтобы вывести людей в безопасную зону, разработан подробный план. О деталях гуманитарной операции, по словам Шойгу, уже проинформированы военные атташе зарубежных стран. Для оказания помощи мирным гражданам, оказавшимся в заложниках у террористов, а также для боевиков, пожелавших сложить оружие российскому центру по применению враждующих сторон, совместно с сирийскими властями открыть 3 гуманитарных коридора, развернуть в районах этих гуманитарных коридоров пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. С учетом того, что американские партнеры не предоставили нам данных о разделении Джибхат ан-Нусра и отрядов Сирийской свободной армии, создать на севере Алеппо в направлении трассы Костелло 4-й коридор для безопасного выхода боевиков с оружием. О том, где расположены гуманитарные коридоры, жители Алеппо могут узнать из листовок, которые распространяют сирийские власти. Там подробная схема и инструкции, какие вещи и документы необходимо взять с собой. Тем, кто покидает Алеппо, предписано останавливаться в зоне видимости блокпостов правительственных войск и четко выполнять команды военных.